Напередодні свайго професійнага свята ратавальнікі сталічнага рэгіёна падвялі вынікі работы за першае паўгоддзе. Лепшых супрацоўнікаў узнагародзілі медалямі, а некаторых павысілі ў званні. Акрамя таго, падзякі ад кіраўніцтва абласнога ўпраўлення МНС атрымалі прадстаўнікі рэгіянальных і рэспубліканскіх СМІ. Сярод узнагароджаных і мая калега Антаніна Станкевіч. Одни мы, работники надзора, не можем справиться и довести до руководителей, до организации информацию о безопасности. Поэтому, конечно же, нам в этом вопросе помогают средства массовой информации. Это и разъяснение элементарных норм и правил, это и та статистика, которая у нас имеется по территории, в том числе Республики Беларусь, статистика о чрезвычайных ситуациях, о пожарах, ну и, конечно же, вопросы предупреждения. Не только мне, но... Не ошибусь, если скажу, что всем моим коллегам, всей команде агентства теленовостей всегда очень приятно работать с сотрудниками МЧС, потому что, как и положено по статусу, все делается очень быстро, очень оперативно, четко, лаконично. В общем-то, так и должно быть в сфере тех людей, которые борются с чрезвычайными происшествиями. Свое профессийное свято ратавальники отзначат завтра. У Минской области, у столицы пройдут святочные мероприемства.